Лассио. Месси. Есть пространство у Лео. Скорость набирает. Можно бить или налево. Налево удар. Гол! Сборная Аргентины в концовке дополнительного времени. Ди Мария. 1-0 в пользу сборной Аргентины. Какое лицо у Лихтенштейнера. Но правда жалко. Они такие молодцы были сегодня. Единственная ошибка. И Аргентина использовала эту ошибку. Еще раз смотрим. Маскерано здорово сыграл. Месси на рывке обыграл и отдал. Разыграно было безупречно. А дальше изумительный Ди Мария в дальний угол. Умница Бинали, он на сей раз не спас. Я думаю, что сейчас раздваивается буквально сознание. Ликовать как аргентинец или плакать как швейцарец. Ну что, с одной стороны это прекрасно, а с другой ужасно. Это драма